Так, всем доброе утро. Вот сегодня уже 10 число. Ну вот, выловил практически всех белых. Тут пара перок сидит, там головастая голубка. Ну, в основном все белые. Все белые. Вот они мои. Тут, наверное, штук под 50 белых. Вот они. Поперемазал, сам весь перемазался. В общем, не знаю, время уже 10:30. Не знаю, сейчас выпущу, попробую пугнуть, но думаю, что все не пойдут. Во-первых, вот эти вот с черной головой и с черной грудью, они, в принципе, можно сказать, вот они вольерные, они не пойдут. Ну и тут некоторые тут молодежь совсем есть. Не всех, в принципе, я выкинул. Там еще вот в голубятне тоже есть. Сейчас покажу. Там кое-кто резанный сидит. Вот так вот, если обхватить всех. Кое-кто резанный. Тут, в общем, еще есть несколько штук белых. Ну, в общем, как-то так. В основном чернота и рябота, мраморные, они все сидят, ну, а все белые вот как бы находятся здесь. Сейчас вот возьму свою палочку, открою дверь, ну и попробую приподнять. Ну, сразу говорю, что не все голуби пойдут, кто-то попадает, может, и на дерево, там, и на крышу. Кто-то попадает. Ну, уже как бы хочу для себя знать, кто летит, кто не летит. Ну, на этих, вот как и говорил, вот черная голова и грудь, они на них и не надеюсь даже, что они и полетят. Вот этот молодой, вот эти голуби особо не летали. Я думаю, и летать они не будут, но... Вчера ролик снимал, камера перевернулась, пришлось переделывать его, и то не получилось. Давай, давай, давай. Давай, партизаны. Вперед, 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 вперед. Давай. Еще три штучки. Два, вот, один. Все. Все выскочили. Не знаю, кто-то пошел в лед. Может быть, кто-то нет. Сейчас посмотрим. Вон они. Одни пошли. Сейчас на паузу попробую удочкой. Так, ну вот вижу, вот одна голубка из новых. Она забивная. Вот она. Ей желательно бы хвост подпереть. И вот это головастик. Голубка садится. Вот этой тоже дам сесть. Не хочу их потерять. Как и говорил, они вольерные. Вон села. А остальные вот они. Вон. С красным крылом этого подперил. А то голубь за бой уходит. Вот он пошел. Остальные вот. Вот они мои. Все белые. Голуби летают. Да, белые красивые. Вон они как разлетелись все по всему небу. Что-то в стае не особо хотят летать. Как и говорил, там пару перок и два черношейки. Вот. Один дровохан взлетел. Ну, как и говорил, это вольерный. Вот ему специально хвост одному покрасил. Не особо они хотят полетать. Этот. Вот головастик.
Да, много что-то каких-то чересчур играют голубей по белым. Ну и не знаю, кому вот это вот нравится, вот так вот голуби в разброс летают, все летают, я не знаю, как они летают сами по себе, он мотаются, вроде и соберутся, разбрелись, соберутся, разбрелись. Да, вот некоторые играют неплохо, вон там, там стайка пошла, несколько штук пошли наверх, вот он это бьет голубь. Кто? Так, сейчас на паузу. Так, ну вот они немножко приподнялись, а вот она стая летают. В принципе, красиво, когда одни белые летают. Вот. И в разброс еще мотаются. И вон там еще стайка поднялась. Вон она. Вот так вот удалю. Вон там еще стая мотается. Ну, как и говорил, вон кто-то полетел, вон забивается. Это может быть кто-то из новых. Он сейчас упадет куда-то на крышу. Ну, в общем, в любом случае гонять надо. Надо и отбраковывать. Тут вот Василь спрашивал, в принципе, голуби его тоже здесь, вот и молодые. В общем, все здесь прилетели, Василь, твои голуби, два молодых, и пока здесь. Вот то, что с Курганинска привез, вот они все белые мотаются. Правда, вон туда кто-то уже собирается. Вон они там, и шейка. Вот. Видимо, кто-то туда сейчас завалится. Вон там. Может быть и такое. Потому что, как и говорил, я не надеялся, что и все пойдут. Тут осталось три штуки. Трое осталось здесь. Щекатая там. И еще кто-то. Так. О, вот такие, надо пойти голубятню открыть. Так, ну эти дружно пока летают здесь. Вот одна кучка. И вон там еще поднялись. Вон они, стая там летает наверху. Те неплохо поднялись. Вот так вот буду удалять. Ой, это я приблизил. Вот они. Вот так буду удалять. О, на такое расстояние. На поллета они. Метров 500 как раз для сапсана поднялись. Эти нет. Эти крыши не вышибают, ну и не особо и полетели. О! Друзья тоже выходят. Сейчас пока на паузу поставлю и дам и другим полетать немножко. Так, ну вон. И таклы летают, как могут, пока тарахтят. Опять там, а на дерево упали. Уроды, блин. Ничего. Как и говорил, всех покушает сапсан. Вон орел прилетел. Давай, молодец, он хоть понизу прошел. Чтоб вон те вон поднялись. Вот они. Разбрелись все. Так, удалю. А белые стая поднялась, а вон они так и летают. Вон они. Отдельно.
принципе, как и говорила, так вот, если отдельно гонять, это, конечно, большой плюс. Они, вот они, сейчас удалю. Вот они как все носятся. И таква вон сажает. Ну и не особо с вольерными тоже тяжело. Вроде бы и голуби там, как говорят, и хорошие когда-то что-то делали, летали этот, но ничего с ними не поделаешь. Вот черная спускается тоже. Недолго тоже летает. Устает она, бьет, и в принципе с голубками по весне будет проблема. Думаю, можно и порезать крыло и оставить от нее, получать детей. Вот чернота моя здесь летает. Ну и вот та стайка поднялась, вон штук 50. Вот, вот так удалю. Вон они. Там летают. Сегодня неплохо. Вот пока сегодня еще погода. С завтрашнего числа погода у нас уже будет портиться. Тут и так вот, в принципе, до минус не доходит. Там где-то ближе к горам. Там, да, может быть, минус 1, минус 2. У нас пока вот 1-0 градусов. Подмерзает. Ну, в общем, пока сегодня еще у меня выходной, завтра на работу. Вот сегодня решил помучиться с голубями немножко. Перемазать их, перекрасить белых этих всех, все, чтобы более-менее было видно. Разобраться, откуда будет толк, откуда нет. Ну и всегда в них хватает времени. То лень бывает их ловить. Я никогда не ленюсь там голубят не почистить. Я знаю, что не буду чистить, они у меня все попередохнут. Поэтому каждое утро шпатель, ведро и веник. Это как с добрым утром. Вот. Ну, здесь вот тоже люди спрашивали, это что за голуби сидят. Здесь голуби сидят уже, там пара лентяев. Ну, в основном вот это все сидят резанные. С этих я хочу получить потом детей. Там вот белястаряб, он, гад, не поднимается. Он прячется среди них, он наверх не идет. Вот, а остальные здесь сидят порезанные голуби. Поэтому не особо я хочу всех скормить. Оставлю, конечно, и на весну кого-то. Все, эти уже одна кучка опускается. Эти тоже, вот они, опускаются. Так, там какой-то белый играет, надо посмотреть. Одно крыло красным мазанное. Вот он красненький начинает что-то там пытается сделать. И вот стайка, вот сейчас покажу, приближу. Вот белые как поднялись. О, но эти дармоеды их вниз тянут. Они были выше. Вот так вот удалю. Вот как я их погнал, белых. Вон они на какой высоте там, одруженько. Все хором летают. Как и говорил, что не все белые, конечно, пойдут в лед. Ну вот, мои выводные там постарше. Вот они. Они летают. Вот так буду удалять. Неплохо на полета там. Нормально. Ну и эти уже все налетались. Дам им гулять. Пусть гуляют, пока сегодня солнышко. Пусть отдыхают. Вот сам весь измучился с этими голубями. С утра пока почистил и все остальное. Пока переловил, перемазал, перекрасил. Вон, стая в стаю врезается. Вон черный стоит, бьет.
много голубей. Вот слышно даже, вот, что они начинают там, некоторые хорошо с щелчками бьют, но вот они, белые подперины, шейка там черная. Вот он, голубь. Молодец. Там с двумя помазанными крыльями зеленкой летит. Вот старался всех как бы по-разному, чтобы определить, что за голуби, как они что делают. Да, что-то они опять подниматься стали, соединились. Ну и белые, вон они, как и показывал. Кучка там один, по-моему, выше и в стороне летает. Ну, в любом случае надо гонять. Так, пока поставлю на паузу, наверное, вон один белый со стороны прется. Опа, походу. Подперенный, что ли, хвост. Не знаю, вон черный становится отдельно. Так, ладно, они пока крутятся. Вот белые тоже уже опустились. Опускаются стая. Вот они. Эти чуть приподнялись. Так, удалю. А белые, наоборот, опускаются. И в разброс белые еще летают. По отдельности. Опа. Кувырки. Так, ладно, на паузу пока. Опять они разбиваются. Одна стая вниз тянет, другие также наверху и остались. А вот вчера вечером погнал, еле дождался двух челей молодых. Они опустились уже ближе к без 26, вот так вот уже, ну, к полшестому. Уже начало, практически было темно. Они уже садились, а так я в голубятни свет включил, хотя в огороде нету. Но они уже по низам мотались и сели. Вот вчера голуби, то что погнал, они вечером неплохо, там 8 штук отлетали. Они там свои более часа в любом случае летали. Вот, и все как бы начали опускаться там. Вон в той стае голуби играют. А два челя не были, потом откуда-то вывалились с космоса. Вот, молодцы. Сегодня особо я их не кормил. Покормил я их так чуть-чуть. Сегодня побаловал. Нашел у себя в морозилке домашний творог, который уже лежит. Я не знаю, он не испортился, он просто перемерз, наверное, месяца, наверное, два лежит. Вот черный, эй, дурак, потянул и какие-то это делает. И вот сегодня, ну, особо не дал им еще даже доесть. Вот сейчас вот покажу, сейчас на паузу. Вот они тут резанные и пескунята, вот они доедают этот творог. Простой домашний творог, хороший, он не пропавший. И туда добавил еще черный перец. Ну, желательно, в принципе, по весне давать, но до весны я его хранить не буду. То, что в твороге находится кальций для яйценоскости, когда вот февраль-март, желательно подавать им, чтобы они, голубки, без проблем начали нестись. Все. Дармоеды садятся. Вот мраморный играет. Один. Все. Больше ни хрена не вижу. Ну, хоть полетали. И то. Как и говорил, тяжело. Тяжело голубей поднимать. Тех, которые никогда не летали. Вольерный. Вот опять этот черный Ишаченко. Зацепляется на это дерево и сажает голубей. Хотя голубь мой выводной, это из-под
старого челя светлого и рябоголовой голубки, которую сожрала кошка, по-моему, потому что она была резаная. Пропала она у меня. Вот как-то так. Но эти вот они. Это стайка здесь. Ну и белые. Там он даже черный к ним уже присоединился. Поднялся к белым. Там пару чернохвостые, наверное. Пару чернохвостых и белые. Вот они. Вот так. В общем, благо погода дает. Там один белый остался. Вон он. Отдельно летает от всех. Вон он. Космонавт. Эти уже приопустились. Ну, нормально. Как смогли, так полетали. Он какой-то белый поперся. Дурак. Не знаю, вот они. Вам вольерные голуби, которые ни хрена толком ничего не знают. Сейчас бы прилетел бы эти теревятник. Они, конечно, и пропадут. Которые особо не летали. Вот голуби начинают там играть. Желтый, красный, мраморный. По крайней мере, что-то пытаются делать. Тренируются, учатся. Вот он белый. Ужух, складывается. Вот какой это какой. Даже не знаю. Мазанное крыло одно. Вот он черный. Солнце прямо в глаза светит. В общем, не вижу я. Белые разлетелись, а все вот они там начали играть. Вон они, вся стая разлетелась белых. Растянулись, развалились. Вон они, чернохвосты играют там. Так. В общем, как-то так. Так, видео опять большое. Сейчас на паузу. Так, белый уже один садится с подперенным хвостом. Так, ну остальные еще никак вот. Там еще один с подперенным хвостом белый. Вот он становится. Там есть один голубь у меня. Подарок вот от Бека, я не знаю. Я уже забыл, как покрасил, надо посмотреть. В общем, желательно его, наверное, тоже на зиму не гонять. Потому что у человека там ласка подушила очень много голубей. Процентов, наверное, 70. Не знаю, остались там у него эти крови, нет. Голубь хорошо бьет. Он давал мне пару пескунят, голубку. Вот он, по-моему, этот голубь. Крылья не доросли у некоторых. Я вот сегодня их всех резал, красил. Вот, и смотрел на перья. В общем, второе, третье перо практически. У кого-то даже четвертое растет, а те выросли. Ну, в общем, в основном маховые перья растут. Первое и второе перо. Вон белые начинают там играть. Да, что-то я как-то не особо на белых внимание обращал. Вон они там. Белые тоже неплохо играют. Некоторые. О, что-то задикарили. Задикарили. Чуть-чуть. Не знаю. Одни повыше остались, другие в разброс летают пониже. Вот они начинают тут играть. Вот он белый стоит. Не знаю, я снимаю его, не снимаю. Вот он. Некоторым еще, в принципе, тяжеловато. Вот он еще один этот с подперенным хвостом. Пошел в лед, вот подперил хвост. Один-два дня он тяжеловато. Вот сегодня вот пошел и летает. Но бьет чересчур он. Голубь. Вот он. Щелчки. Я не знаю, слышно, не слышно. Голубь часто бьет. И неплохо. Вон он еще один. Вот тот, по-моему, бековский. Он одиночка голубь. Он редко летает в стае. Постоянно один. Вот он пошел. Оп.
потянул один раз всего. Ну иной раз и от крыши оторваться не может, особенно когда дети. Вот голубы, вот он потянул раз. Но он хороший голуб, меня устраивает. Так, опять 25 минут. Не знаю уже, что снимать особо. Вот еще те дурачки вот полетели наверх, так и остались. Вроде опускались, а опять пошли наверх. 5 штук поднялись. 2 чуть-чуть пониже белых. Вот они там. Один кувыркается, один играет. Особо оператор с меня никакой, тем более солнце, и сам я уже слепой, не вижу. Ну, стараюсь как бы показать, поэтому и вот и телефон брал себе, чтобы камера была получше. Там iPhone даже близко не упирается. Вон он. Как и говорил, Samsung Note 8 у меня, двойная камера со стабилизацией, хорошее приближение. Вот он. Это просто я такой оператор, и вот он белый стоит. Я всегда пытаюсь вот как бы приблизить, показать, вот, ну, не особо. Тем более, когда солнце светит, не видишь, вроде и направляешь. Селфи-палкой я не пользуюсь. Ну, мне неудобно и снимать, потому что приходится прибавлять вручную, и это как бы тянуться до телефона. Вот белый уже садится. Молодец. И один отлетал, и второй отлетал подперенный. Так. Ну эти уже тоже, я думаю, сейчас все свалятся. И остались в разброс. Там 5 штук остались наверху. Вон они там мотаются. Белые. 4 белых, по-моему, и 1 черный залетели туда. Опять поднялись и пошли туда. В общем, как-то так. Вот черный здесь играет, я не вижу. Черная голубка, вот еще один белый. Да. Как и говорю, вот, ну не умею я снимать особо. Вот белый тоже бок покрашен красным. Голубка, по-моему. Вот она. Ух ты. Ух ты. Упала на крышу. Насчет мраморных я сегодня не особо и посмотрел. Этих негодяев. Ух, что-то сдикарили. Понеслись. А что за они? Вроде никого нету. Так, ладно, на паузу пока еще. Ну, вот белый здоровый шаг, и ни хрена толком не играет. Ну, летает. Летает. Очень большой голубь, крупный. Там он еще 2 белых мотаются. Так, ну и... А, здесь еще вот белый с мраморным. Вроде садились опять. Полетели. Вот они, троечка здесь носится. О, мраморный, это молодой еще складывается. Так, и пятерочка, как и говорил, вон они остались наверху. Вон там они на поллета чуть выше они поднялись. Не знаю, я их не вижу, если честно. Вот сейчас солнце светит, я даже их в телефоне их не вижу. Ну, на них направляю, их должно оттуда еще снимать. Вон они там мотаются. Так, ладно, пока на паузу поставлю, вдруг кто прилетит. Так, ну, в принципе, уже, наверное, и все. Вот 2 тут беленький, один мотается снизу, вот. Еще один мраморный молодой. Вот он.
носится. Что-то они, орел пролетел, начали подниматься. И пятерочка так и осталась наверху. Четыре белых, ну там, по-моему, два чернохвостых. Вот они на них направляют. И один черный ушел к ним. Вот они так и, в общем, летают там. Они то разбредутся, то сойдутся. Вон они там, не знаю, видно их, не видно мне. Самому особо ничего не видно. Но высоко они. Пока высоко, и когда опустятся, я не знаю. Это я не вижу. А вот. Вроде бы я их и ловлю на камеру, но сам ничего не вижу. Так, ну ладно, в принципе, их буду ждать, пойду себе сделаю кофе уже и буду, как всегда, пасти своих голубей. Пусть кушают, пусть гуляют, жрут тут, а что-то на земле выбирают, остатки зелени, потому что уже скоро зима. Вот беленький уже один садится. Мраморный, не знаю. Мраморный где-то летает. Вон эти вроде бы уже приопускаются. Мраморный, вот он. Вот они. Не вижу я. Так. Они, в принципе, разлетелись, а вон каждый сам по себе. Вон голуби там, вон кто-то белый играет. Вон они. Поэтому их я не умею так вот снимать, по одному выхватывать. Если б летала бы стая, я бы, может, поймала. Так я особо и не вижу. Я, конечно, извиняюсь за такие съемки, но как могу. Ну, в общем, и все. Вот, успел как раз вот шейку вон отсадить. Вон там он на табуреточке в коробочке сидит. Сегодня его отвезу и выпущу. Или вон позвоню кому-нибудь подарить его. Не нужен. Первым делом он туда садится. Дармоед. Ну и вот забивных надо отучить или попорезать, чтобы они не падали на дерево, и тогда уже не будут садиться. Молодежь рано или поздно все равно пойдет. Много молодежи, которая вообще еще не летает. Так, вот один белый. Да, это вот черным помазаны. Вот, что поделать. Ну, вольерная птица. Особо она не летала. Вон он сдернул и полетел. Но или будет летать, или его сожрет капец, может и пропадет. Вон, летает. Потихоньку я же разогнал красных пчелей. Разогнал. Надеюсь и на то, что белые тоже эти пойдут в лед. Улетят, значит, улетят. Ничего не поделаешь. Голуби неплохие, они вот на вид именно и корпусные, и о, вот что-то. Опа, попытался. Кувырок сделал. Молодец. Может быть, с них что-то и получится. Игры от них, может быть, и не добьюсь, но на вид голуби очень красивые. Никакой там о краснодарской крови и близко не видно. Они широкогрудые, высокие на ногах и не очень большие. Он куда-то подперся. О, мраморный зарулил на посадку. Вот он. А этот вот он идет, белый. Ничего, облетается и будет летать. Что поделаешь. Сидеть просто так, кушать и гадить, это тоже не дело. Вот он несется. Узнает круг, будет летать. Будет летать со всеми. Так, ну, видимо, все.
больше особо снимать и нечего. Вот оно носится по кругу. Остальные, вон они, пара чуть-чуть и опустилась. Вон они летают. Так, опять разбрелись. В общем, не вижу высоко. И вон они, троечка осталась, а два белых и черные остались наверху. Вон они там мотаются. Чернохвосты, по-моему, кто-то опускается. Может быть, голубка. Вот так вот. Ладно, 35 минут. Удачи вам всем. Здоровья и здоровья вашим голубям. Все, всем пока.